Президент сказал, здесь без кардинальных решений не обойтись. Ну, видимо, так. А кто сейчас в руководстве страны способен на кардинальные решения? Мне вот иногда кажется, что лимит на кардинальные решения был исчерпан приказом стрелять на поражение. А сейчас вы посмотрите вот на лица тех, кто сидят в правительстве. Да? У них написано ожидание. У одних это ожидание поручений президента или премьера. У вторых ожидание, что все само собой рассосется. У третьих ожидание ареста. С такими лицами кислыми реформы не делаются. Понимаете, мы не видим никаких дискуссий ни в правительстве. Никто не перечит не только президенту, и премьеру. Все просто зачитывают свои отчеты по бумажкам, вот, отбывают номер.